в этом здании Ленин, в этом институте в 1905-1907 году скрывался от полицейских властей царского правительства. Он читал здесь лекции по историческому материализму в социал-демократическом кружке студентов. Это вот рядышком с институтом, в который мы приехали. Так, ну, и вообще здесь вот такие вот дома, такие все красивые, старинные. Пойдем назад. Пошли на